студенты Дальневосточного федерального университета города Владивосток. Представляем вам наш проект, разработанный в среде Matlab Simulink, позволяющий одновременно подключать несколько мобильных устройств для управления игровым процессом. Сигналы с датчиков мобильных устройств преобразуются в управляющие воздействия гоночными автомобилями. Динамика объектов описана с помощью дифференциальных уравнений и подчиняется второму закону Ньютона. Для описания столкновений применена физика упругого удара по закону Гука. На игровом поле имеется около 200 динамических объектов. Для оптимизации расчетов применен матрично-векторный метод. Шикарно, можно делать? Это синий, синий, это он. Говори. Ладно, поехали, приехали. Для реализации звука мы взяли запись звука двигателя и с помощью DSP-систем Toolbox проанализировали его схему. Выявили наиболее значимые частоты и с помощью обратного преобразования с регулируемым темпом генерировали звук гоночного автомобиля. Для пакетной передачи данных на мобильное устройство была использована матричная форма обратного преобразования. Структура игры из четырех основных блоков. Это управление, инициализация игроков, выбор цвета машинки и блока гонки. Управление происходит с помощью средств Matlab, Simulink, Simulink. С помощью блока чарт и управляемых систем включаются последовательно блоки систем. Проект состоит из игрового сервера, сервера турнирной таблицы и группы мобильных устройств. Связь между ними реализована с помощью Matlab Instruments Control Toolbox и коммуникационных средств Simulink Mobile. С мобильных устройств на игровой сервер по UDP протоколу передаются данные с акселерометров, фотографии игроков и текущее состояние графических элементов управления. На сервер турнирной таблицы с игрового сервера по UDP протоколу передаются данные игрового процесса, где с использованием Django реализовано отображение результатов в режиме реального времени. Изображение игрока, а также цвет его автомобиля происходит с помощью камер мобильного устройства, на котором установлены средства обработки изображений, реализованные в Simulink с использованием Computer Vision Toolbox, а также пакета поддержки Android устройств, позволяющих передавать эти данные на сервер.